30-х, 40-х. Ой, боже мой, ты меня не достал. Сколько ты раз попадаешь? Нельзя. Я буду бегать с такой винтовкой, так лучше. Хоть и тратится, но оно хотя бы пролетает насквозь. Пауков можно убивать перед стоящими врагами. Это наносит ему урон. Так, давай ломаем. Бежим. Ой, готов. Готов к длинной встрече с врагом. И ледяной базукой. Чуть мимо попал. Никто не заметит, наверное. Хорошее оружие, а? Пэу. Так, надо встать точно посередине. Пэу. Например, как-то так. Или... Ну да, как-то так. Вот сюда. Пэу. Оу, воу. Не надо мне твоих крошек. Отдай голубям их. А ну. Блок не получится. Когда этот пацан ставит блок, ему нельзя про... Спасибо, очень шикарные. Рные штуки. И когда он ставит блок, этот рыцарь гигантский, его пробить технически нельзя. И когда делает даже его скольжение... Не, тоже пробить нельзя. О, кулер! Нет, спасибо, воды не нужно. В общем, тут не... Тут... Хватит меня бить! Хватит. Фух, мимо. Ну, морозное. Нет, эта базука лучше намного, чем это. Все, гипирую. И... Ничего. Нянь! Я его таким ни разу не видел. Это вообще... Что это такое? Это не нянь. Это обратный нянь. Это обратная его версия. Он даже милый. Не надо меня стягивать к себе. Не надо. Вот так, замерзни. Замерзни, Лу. Окей. Пережду все здесь. Пока огонь не уйдет. А ты пока что потай. Растай. Растай от моей доброты. Вот так. Вот так еще попади. Вот так. Вот. Я не знаю, куда стреляю. Рикошет. Его рикошет. Можно сломать его пули? Это оружие мне под дух. Вот так. Бам. Прости, ледяной базук. Ну мы расстанемся. Ладно. До свидания.